Тому що це Ніжин. Саш, ну диви, Сафіно, який виступав на нашій сцені, Льоша Кузнєцов, який забрав 2 мільйони і кудись поїхав. Це прекрасна компанія. Це компанія людей, до яких треба тягнутися. І ти можеш це робити, тому що ти талановитий хлопець. Молодець. Дякую. Дякую. Сергію. Ну, це ведь не була опера. Це не було оперне пєння. Там академізм був тільки в припєві. И это, в этом-то и прелесть, понимаете? А куплеты-то все были спеты в эстрадной, в чувственной такой манере, где эмоциональность, где краски тембральные. И это было совершенно невероятно. Это очень, кстати, сложно сделать. Просто отгудеть, это как это делают обычно певцы, отгудят, покажут мощь мехов, мощь голоса, и все на этом, и усё, как говорится. А здесь очень тонкая работа, очень чувственная, особенно в куплетах, что меня восхитило. И контраст, так сказать, не академического пения в куплетах с академизмом в припевах дал вот такое колоссальное впечатление, действительно. Конечно, строгие педагоги и ревнители академического пения найдут здесь массу огрехов, и голос там внизу качался, что-то и так далее. Вот, но, понимаете, это все мелочи. И, может быть, эти мелочи как раз прелестные мелочи, такие маленькие прелестные недостатки, которые и делают это выступление естественным, вот сиюминутным, не таким неконсервным, консервативным, да, когда вот певец затвердил песню и дует каждый раз одно и то же, вот в одну дуду, одинаково всегда. А вот это было здесь и сейчас. Вот сейчас дайте ему дубль, он споет по-другому, и будут, может быть, другие краски в голосе, другие чувства, сиюминутность исполнения. Вот в чем ценность этого выступления была прежде всего. Я хотел бы на это обратить внимание. Дякую. Конечно, это невероятно для меня загадка, как вот Сашков в свои годы, может быть, даже не понимая, о чем он поет, о чем произведение, идеально точно доносит чувственную сторону этого произведения. Эмоцию, краску, умеет дать краску. И, конечно, эти бархатные низы, великолепные, совершенно очень тонкие, заставили меня трепетать. Для меня загадка, конечно, Сашко. Браво. Дякую. Дякую. Іро, оце так задачку ти поставила перед Сашком, але ж впорався. Ну, а мені остається тільки лише добавить. Олександр Порядінський, 15 лет, гордость своєї сім'ї і моя гордость. И гордость, дякую, не побоюсь этого слова, всей Украины. Вот так вот. Мне кажется, надо было еще добавить один припев, то есть один повтор припева, в конце его не хватало. Вот именно коды такой роскошной, голосовой коды. Развивало. Вот ее не хватило, да. Дякую, мы додамо пізніше. Мы сделаем для тебя специальную запись. Але, скільки б компліментів не сказали наші судді, не розслабляйтеся, не сподівайтеся, що за Сашка проголосує хтось інший. Краще зробіть це власноруч за телефоном 0900-102-012 або надіславши цифру 12 на номер 7766. Лінії для голосування відкриються зовсім-зовсім скоро. А це був Сашко Порядинський.